Серьезная автомобильная авария произошла минувшей ночью на пересечении проспектов Алексея Угарова и Молодежного. Около половины второго ночи 18-летний водитель «Форда», двигавшийся в сторону торгового центра «Все для вас», по предварительным данным, не уступил дорогу 33-летнему водителю «Киа», который ехал в сторону автовокзала. В результате столкновения оба водителя, а также два пассажира «Форда» доставлены в больницу. Автомобили восстановлению не подлежат. Староскольскому МВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По неофициальной информации, у виновника аварии отсутствуют права на управление транспортным средством.